Хорошо, хоть ты это не на записи сказал. Почему? Так. Тронь. Лизнул. Отлично. Прям через этот? Через да. мозг? Да. Ладно. Прям противогаз. Прям противогазом. А я рогами задел. И да, всем хайку, кстати. Наверное. Я надеюсь, что это будет третья серия. Почему надеешься? Это знаете, если вы вдруг увидите, что... Ну, потому что там, скорее всего, будет начало, потом немножко мы где-то походим, и потом будет уже что-то там и битва с боссом. Ты, то есть, разделишь первую группу, грубо говоря, этап на этот, на два видео? Да. А, тихо, у меня что-то говорит. Это поет. О, можем открыть. Теперь проход. Ура. Наконец-то. Что тут еще? Славненько. Какое острое рагу. И вам не хворать, дядя. О, смотри, я вижу там чувака, который нас только что бил. Только он теперь как обычный моб. О, маленький, да. Люблю уловку 22. Да. Почему нет уловки 24? Здорово был бы. Продолжили бы историю. 22, 24. Заходи. Дом мусорного зуба для тебя всегда открыт. Как говорила мамуля, миказы суказа. Зачем ты здесь? Поговорить? Поторговать? Ну как? Брабус с парнями иногда приносит еду. А со старого вертолета удобно стрелять по корягам, если они сюда заявятся. Вертолетом. Вот бывает одиноко. Но тем ценнее становится хорошая компания. Это да. Ладно, так я тебя насмерть заговорю. У меня историй наберется с миллион. Но ты здесь явно по делу. Итак? Так, ну давай какую-нибудь историю у него спросим. Проще, наверное, сказать, какие истории я не могу рассказать. Так, что там нравится нынешней молодежи? Мы так давно не говорили с Брабусом. Он хороший лидер, но мы редко видимся. Моя мамуля всегда говорила, относись к другим, как к себе. Или что-то вроде. Точно не помню. Вот только Брабус не такой. Он считает, что коряги убили в людях все добро. Может, он и прав. Вот только жить в таком мире смысла нет. Поэтому я и ушел сюда. Ты еще не надоело меня слушать? А, конечно. Заглядывай. Сноп. Так. Посмотрим, что у него есть вообще. Кстати. Вопрос такой, мы долго играть будем. Ну, еще часик, я думаю, что. Да я вот думаю, есть типа бутыль. Опыт повышает на 2 часа. Ну, можем еще два. Типа, думаю, как раз после босса, типа, юзануть. Смотри, есть хрень, которая повышает выносливость либо здоровье на 25%. Причем она на 60 минут и не убирается после смерти персонажа. Угу, как вот эта бутылка, о которой сейчас говорил. Да. Покупать, как думаешь? А сколько стоит? 500. Не знаю. Ну, я одну куплю. Ну, купи. Наверное, которая именно на здоровье. Когда лома много. Ну, у меня две штуки. Мне сейчас не особо. А, еще у него патрон, кстати, можно купить. Счастливо, бродяга. Подожди, а что мы еще можем купить? Нет. Мы все еще метро ищем, да?
Видимо. Да, найти вход в метро. Так, что по бутылке? Какой он медленный, кстати, оказывается. Кровь не останавливается. Он, да, если не разгонится. Я про дробовик. А, это тоже. Плечо почему-то он крип. Ну, мертв. Я очень жестко ему долбанул просто, прям в голову. Так что, ты, кстати, тоник ты выпил? Нет, кстати говоря. У меня кровотечение до сих пор идет. А, ну либо так и будет идти, либо тебе бинты надо завязать, чтобы он прошел. Видимо, бинты. Ладно, сейчас на повышение опыта завязаю. Ну, давай тогда то, что у вас в компании. Вот эту бутылочку и вот эту бутылочку. Мне одну, тебе две. Давай. Нормально так. Ну, у меня здоровье увеличилось неплохо, так я тебе скажу. Там 25%, конечно. Критую. Хей, в голову выстрел, убил. Я какие-то несвязные слова. Всякие углы осматривать, если что. Да, на самом деле надо. Ну, по крайней мере, не знаю, какой-то луки, следующий точно нет. Вот я просто не знаю, как все по богатости на предметы, а так потом много будет всего. Ну, я так понял, ты не все усмотрел игру, поэтому ты не в курсе про все. Я же говорю, я краем глаза знаю основные главные аспекты, а в плане какие тут боссы и все такое, не только по сценарию знаю. И то, кстати, даже не знаю, что после, ну, то есть концовку там ролик финально не знаю. Дома надо смотреть, да? Ну я, да, думаю, надо. Хотя там в доме один. О, я секретку нашел. Секретку? Угу. Да, просто, получается, за шкафом было. Было два шкафа и... Ну, ты понял. Так. Сундук нашел. Прикольно. Оу, я подфризнул что-то. Там есть что интересное? Рюкзак полон. Я тогда следующий дом пойду смотреть. Окей, ну надеюсь. О, я нашел что-то синее. Синее? Дрян знаний. А, я понял. Ну, дальше качаем стойкость. Бодрость. Тебе надо бодрость качать, по идее. Ну, бодрость, да. Это ты говоришь стойкость. А, я понял. Ну, у меня привычка то, что стойкость это ХП, а не наоборот. Ну, это да. Ой. Если вдруг задавался или не задавался вопросом, то прокачка тут бесконечная. Не, не задавался пока. В этом плане ограничений нету. Бинт. Отлично. Железо. Врагов нема. Что-то как-то подозрительно тихо, да? Да-да-да. Зайду-ка я в автобус. В автобусе ничего. А, я там забрал уже. А, окей. Масляной так. Коробка с боеприпасами. Полезная штука, если у тебя патроны закончились, что логично. Да.
Ну, здесь вроде ничего нет. Так, ну, вход на метро мы нашли. Ура! Я надеюсь, ты не забываешь ломать всякое дерьмо. Настойка... А, красного щавеля. Не, не забывай. Я думаю, давай прогуляемся наверх. А там не запрыгнешь. Попробовал. С обоих сторон пущу. А тут? И тут не запрыгнешь. Для нас дураков сделали, короче. О да, зная нас. Красиво выглядит, кстати. Что такое? Ну иди сюда, покажу. Иду, сейчас. Последний штрих проверю. Там нет ничего. Ну вдруг в кустиках. Не-не-не, я бегал же там только что, когда ты в это здание зашел. Эх. А то время идет, а опыт не капает. Есть такое. Красиво, ворота, да? Ворота в рай. Да-да-да. В подземный. Такой ад, в который нас прям заманивают. Ага. Жидкий холодок. А у меня черная слеза. Не знаю, что такое. Ну, я думаю, что что-то... для создания чего-то. Логично. Контрольная точка. Контрольная уточка. В принципе, можем вставать. Ботинки можно взять? Нельзя. Эх, а кепку? Эх. Надеюсь, я тут не потеряюсь. В метро-то? Ну, если только вагон не собьет. И не протащит несколько сотен миль. Мне, пожалуйста, на Домодедовск. А, он с спины. Заряжаю! А зачем тебе на Домодедовской? Не знаю. Мне кажется, нам вниз. Не-е-е-е. Оба! Мне кажется, тут замкнуто. Да, тут замкнуто. Не вижу. Но слышу. Окей. А вот тут уже не знаю куда. Кстати, фолиант. Опять качать бодрость. Духа. Так, есть мины. Окей, я понял. Ну, походу, тут мы не пройдем, да. Но я кого-то слышу. Они сверху. Сзади. Это не причина бить меня. Я стрелял через тебя. Ощущение, что мне кто-то скорость атаки повысил. Так, в конце что-то блестит. Из Дарксайдерса перетекаем в метро. Нет, из Дарксайдерса перетекаем в другую часть Дарксайдерса. Хотя нет, это же было все в этой же части. Там же тоже было метро. Да, да. Что еще? И только красное заменили на фиолетовое. Сзади. Ох ты ж какая! Мать твою! Проворная, да? Да. Он уклонист. Ууу, ну таких не любит она. Ух, их там! Я мелочь чистил. Короче, пока он красный, бесполезно его трогать. Пожалуйста, не бей, пожалуйста, не бей, спасибо. Так, элитку я убил. Но сам того этого. Там еще двое. Я знаю, у меня ВХ. А, ну да. Ну, короче, главное, я убил элитку. Все. Я свою задачу выполнил, на мой взгляд.
Я это даже удалять не буду. Свою задачу ты выполнил, да? Я еще такой, блин, ну не додумается же он бить его в ближнем бою. В смысле не додумается? Он один. У меня патроны закончились. Меня ваншотнул. У тебя прям на всем закончились? И на пистолете? Нет, конечно. Но пистолет-то слабенький. Блин, пистолет бы какой-нибудь нормальный. Очко. Очко. Давай. Тащи его сюда. Прокачаю на всякий случай скорость возрождения. Качай на максимум. Зато лом фармится. И опыт фармится. И мы фармимся. Да, ты взял то, что здесь было? А что здесь было? Там шмотка с элитки как бы. Кристалл-то? Да. Получается, нет. Да ладно, кристалл еще нафармим. Обидно. Я понял, они вообще безумные, когда они горят. Элитка. Неприятности продолжаются. Все та же. Все, видишь, забрали же в морду. Держись, слышишь? Забрали же. Ага. Не важно, я про кристалл. Не важно, что типа второй могли получить, но брали же. Не, второй мы не могли получить, кстати. Могли вроде же. Нет, он только раз дается, типа. Да нет, вроде. Всегда вроде дается. О, смотри, как там фиолетово. Да, я тоже подумал, что что-то лежит. Красивый свет. И такой обманчивый. Такое ощущение, что мы ради... Такое ощущение, что мы что? Одинаковые голоса на персонажах выбрали. Ну, я первый. Да, мы одинаково выбрали. А я думаю, что-то не отличается, как они говорят. Он самый прикольный. Да, я вообще думал, на самом деле, что мы еще и одинаковых этих создадим. Не, у меня... Как у нас один раз было с тобой. У меня хвостик. Не, а лицо? Не знаю, могу лицо снять. Сними свое лицо. Ну, по-моему, нет. Ты, по-моему, как раз создал то, которое я решил... Ну, я как раз выбирал, типа, между ними. Вот у меня. Я выбирал между первым и третьим этим. Как его? И первым, и третьим. Смотри. Голосом. Ну да. Хоть в лице мы разные. То были бы братья-близнецы. Сестры-близнецы. Как ты сказал? Олени. Олени. Близнецы. Так, там бы проход. Я бы отдохнул, на самом деле. Это мины, по-моему. Жди я бы отдохнул. Жди меня. Да. Ой, как раз таки отдых. Когда отдыхаешь, восстанавливаются патроны. Ага, ура. И все остальное тоже. Такое ощущение, что дальше что-то будет не очень хорошее.
Мне кажется, мы сейчас не видно открыть. О, Поджигатель. Я, кстати. Ну и тут немало. А ты смотри, там еще какие-то висят вверх ногами. А это те же самые, просто они, как ты сказал, висят вверх ногами. То есть в остальном разницы никакой. Типа it's a trap. Но для нас-то это не трэп. Нет, мне ВХ. Мы же видим их. Ну, ВХ. А ну, сползай. Он такой, как ты меня заметил, да? Ползай. Ползай. Надо перезарядиться. О, что люди? Ну как люди? Как тебе? Ура! Вот оно у тебя такое, как тебе урять? Ау. В смысле, ау. Все кончено? Все кончено? Она так и сказала. Mm-hmm. Ну, больно было просто. О. Что такое? Мы еще и вниз можем здесь спуститься. И дальше пройти. Как много путей. О, сундук. Это ты нашел? Да. Маска бродяги. В чем прикол? Занос. Выносливость она уменьшает, типа затраты. Mm-hmm. Иди сюда. А то мне кажется, ты пошел туда, куда типа я сказал, можем вниз спуститься, да? Чувак. А, да, я типа вниз спустился. А тут ничего нет. Ну, ты бы кроме элитки. Предупредил бы. Я бы тоже. А я сказал, мне вниз пошел. Нет, ты не говорил. Ладно. Мамма мия, мамма мия, мамма мия. Да бегу, бегу, не ссы. На расстрел. На расстрел. А, она у меня. Да, баба, ты умираешь. Не к добру это, я согласен. Ой, я не люблю эту элитку. Почему? Вот поэтому. Она, короче, станет. Не подходи к ней близко. Прощай, чувак, я труп. Прощай, друг. Я буду помнить тебя. Как? Друга. Все, беги ко мне. Тебе? А. Ты еще можешь меня спасти. Главное, под крик не попадай. Нет. Быстрей, быстрей, нет. Быстрей, 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 быстрей. Нет. 10, 9, 8, 7, давай. Эта мразь меня убила. Ладно, умирай, чё. Ты же меня, по идее, никак не можешь ускользить теперь. Могу. Как? У костра. Беги к костру. Чувак, беги к костру. Слежь. Беги! Я костра не вижу. Он сзади. Понял. Вот туда. Понял. Да, налево. А. Нет, там налево. Так я налево или нет? Да, туда, туда, туда. Все, развернись.
Беги к костру, чувак. О, ты вон валяешься с бутиком. Так поднимай. Сейчас. А, то есть ты решил опыт пофармить без меня, да? В смысле? Ну, в прямом. Стреливай, черти. Главное не умереть. И нахрена ты сюда упал? Понял. Я думал... Ты хреново думал. Ладно. Зато кристалл пойду подберу. Но и мне почему-то кажется, что он мне ни хрена не зачтется. Зачтется, кристалл должен. Нет. Не зачтлось. Мне кажется, должно. Просто в смерти не отображается ничего. Куда дальше-то? Я понять не могу. Туда. А мог бы просто подбежать и меня поднять. Негодяй ты, короче. Еврей. Я боялся, они меня убьют. Если бы ты бежал, нет. Они же медленные. Так я еще и вниз упал. Просто смотри, вот сколько у тебя типа по опыту персонажа? 21. В смысле? А, ну 22, прошу прощения. А, ну, короче, по цифрам. 488. Вау, у меня 229. А, давай другой посмотрим. У тебя сколько кристаллов? В смысле? В материалах. Рюкзак материала. 18. 18 кристаллов? Да. Где ты столько кристаллов достал? Я не тратил. Я тоже. Ты тратил. На что? На создание одной фигни забыл. А там, ну не 5 же штук. 5. Там 5 тратилось раз. Да. Тогда забей, тебе кристалл дали, потому что у меня ровно на 5 меньше. Окей. Я думал, там меньше стоило. Ну ладно. Ну вот за опыт мне обидно. Там уже несложно фармиться. Грёбаные дебилы. Ой. Предлагаю в этот раз все-таки бегать вместе, ладно. Но внизу вроде ничего. Типа, тогда Лидка заспаунилась и был сундук. Сундук я собрал. Я еще думал, что у меня с сундука маска выпала, но ты сказал, ты ее нашел. А тут типа второй выход. Получается, нам только вперед. Вперед. Получается, нам только прямо говорим. Ну да. Элитка. А, громила, кстати, вправду. Он меня так подфризывает, смешно. Он у тебя подфризывает? Ну он такой, знаешь, замедленный, типа, ревками двигается немножко. Лол. Не, у меня нормально. У меня из-за того, что, типа, я его поджарил. О, ВХ. Много элит. Ну, это не элитка, конечно, поджигать, но типа с них кристаллов.
удобно. Тут нельзя пройти. Тут нельзя пройти. Грибочки красные. Куча всякого дерьма сверху. Да, знаю. Стреляй в них. Эх, нет гранаты в этой игре. У нас же крайне пока что. Может, будущего будет, конечно, это все. Не знаю. А, прикольно. Ау. Эти. Опять крикун? Да, я ему прям в морду попал. Я заметил. Но я, в принципе, вижу. А я его добил. Так. Ну, правда, из нее ни хрена не выпало. Значит, это предыдущий. Которого мы убили внизу. Получается, я был прав, из боссов повторно ничего не выпадает. Ну да, из элиток. Окей. Будем ждать. Так. Я в сварочной маске перехожу. Кто, где, не вижу. Вижу. Патроны-то не бесконечные. Согласен, мне тоже нас... А, этот... Как громило. А, он на тебя. Подождись, пожалуйста, спасибо. Я думал, ты, кстати, умер. Я, кстати, думал, что ты умер. У меня же есть камешек последний. Я знаю, я вижу. А у меня еще один. А можно костер? А он вон там, он за стеной. Окей. А, мы... Окей. Мы туда не пройдем, если что. Там нет, вот тут пройдем. This is the end. The end чего? Ну, это и Локи, видимо. МБ. Ну, не МБ, а вон отображается. И вправду. Я думал, это отображение другого. Как всегда, ломаем коробки. Коробки — это наша жизнь. Где такой забавный топорик? У меня? Да. Ну да. И при этом толку о сюжете мы знаем только то, что, типа... Ну, короче, прям реально, как, знаешь, в этом... Dark Souls, типа... Просто надо что-то сделать, и все. Да, просто мы приплыли с какого-то острова, нам дали задание, мы ходим. Ну, там потом сюжет, на самом деле, раскрывается. Там... Мы просто никого живого не нашли пока, кроме деда. Ты уже видишь? Я, кстати, это даже церковь узнаю. Она да тоже очень похожа. Похожа. И локация похожа. Знаешь, сейчас кое-что глянем. Может, правда они решили привнести немножко в этот мир? Ну, ты понял. Да. Типа, на метро может, я здесь не помню. Совмещены?
Единственное, что... Тут, я помню, была гора слева. Да как минимум там был пролом и кладбище. Кладбище было, да. Кладбище как бы здесь есть. Не, ну на самом деле это будет интересно, если они реально совместят. Точнее, совместят в будущем. Я бы посмотрел, да. Ну, я бы тоже. Знаешь, интересно еще, типа, я помню, последний Дарксайдс походил же? Ну, вот церковь один в один. У меня ощущение, что это она есть. Просто я о чем? Босс сейчас какой-то будет. Ты тоже просишь у корня совета. Ближе, дитя. Это ты. Волны принесли тебя. Мы видим все. Мы корневая мать. Сосуд мудрости. Глашатый корня. Чего ты жаждешь? Основатель из-за гордыни и отчаяния ушел из мира. Невольный вестник. Неужели час уже настал? Да, все проясняется. Ты жаждешь смерти корня, но путь скрыт во тьме. Сосуд знает, что ты ищешь. Мы должны помочь, но не там, где услышат. Они придут за нами, когда мы разрушим связь. Защитишь нас? Поверишь? Спрашивай, но помни, пока мы едины, я знаю лишь то, что известно им. Мы знаем, как найти путь, но не дай им услышать. Защити нас, или не узнаешь ничего. Я думаю, наверное, попробовать их защитить, как считаешь? Ну, можно? Этот сосуд когда-то такое же дитя, как и ты, а ныне наблюдатель, ожидающий конца начала, ожидающий пророчества тебя. Даль, путь извилист и тернист, будто спутанный клубок. Пока я связана с корнем, мне больше нечего сказать. Мы видели все до конца времен. Горести много, но ты ярче всех. Спящие мертвы. Дракон свободен. Шпиону нет места. Но воин поможет. Ну давай попробуем. Корень не отпустит этот сосуд просто так. Грянут последствия. Защити же нас. Страшно. Защищать ее в течение 2 минут. Кажется, но 2 минуты не так много. Мне просто кажется, что там потом такая жопа будет. Есть такое. Вот я уже это слышу даже. Ох, чего только целой этой сверки не было. Хилься. Пытаюсь. Эй, дуру бьют. Я думал, это время, а не хп. Это хп, я ж тебе сразу сказал.
Мы ее еще и хилить не можем. Логично. Громила. И снайпер. Так, за мной громила. Окей. Прикольно. Умирай, иначе мы сдохнем. Ну, типа, она сдохнет. Умирай. Кристалл. В смысле, она в любом типа случае так делает. Ну, то есть, как ты видел, мы уже умерли. Не, просто у меня было ощущение, что можно, типа, если она умирает... Типа провалили и все? Типа провалили и потом, да, нельзя. Нет, тут предусмотрено. Готовься, готовься. Но теперь, по идее, без диалога мы всегда будем вот так. То есть, поменять решение нельзя. Короче, стой там, я буду стараться их выманивать. Да я пытаюсь на расстоянии подавать. Снайпер. Убит. Угу. Второй. Еще второй есть. А, он в нее стреляет. Так они все в первую очередь типа ее метят. Плохо. Рюкзак полон. Да ладно, он меня ваншотнул, что ли? Я же откатился. Прыгай! Не могу. Я ж тебя резаю. Угу. 20 секунд еще. Ох, там со спины сколько на тебя идет. Главное, чтобы они ее не успели убить за это время. А, хотя 4 секунды. Ха-ха-ха. Один, да? Ладно. Ну, это не босс, но окей, я понял. На этом моменте надо быть аккуратными очень сильно. Да. Хотя я думаю, что так только босс получается. Хотя, как я сказал, возможно, если мы отказали бы, мы бы сражались с каким-то корнем. Ну, мы бы да, скорее всего. Я не думаю, что... Ну, я думаю, знаешь, я вот как бы в Dark Souls спасал обычно там при каких-то этих. И здесь также собираюсь. Ты спорить не буду? Ну, я думаю, ты тоже за. Да, я на самом деле по жизни добрый человек. Ну вообще, несложно, главное не помирать. Главное контролить по точкам. Тоже верно. Как же он уклоняется. Аж два сразу, ты стебешься. Она прям у нее появилась. Сзади. Так, секундочку. Мы готов. Не умирай. Хиляйся пока, да. Забавно наблюдать, как она выбирается, конечно. Ага, элитка где-то. Ага. Кто-то ее бьет. Это снайперы, я не успел отвлечь сразу. А, да, можно сразу два горения наложить, я только что это сделал.
быстрей. Ну как могу. Да я не тебе, я хилки. Ого, их тут. Она сейчас их отогонит. Старуху не бей, старуху не бей, старуху не бей. Выполнено. Я же говорю, она их убьет. Ну, логично, я не думаю, что она сражаться на балсе. Иди говори с ней, если Чап. Что. Я даже у нее лом рядом не подбираю, потому что я буду силу включать. Ну, я подобрал все. Спасибо. Корень многому меня научил. Она прям я приросла. Помогу. Мы сразимся вместе. Мне нужен отдых. Плюс союзник. Смотри, стена. За ней путь. Найди путь. А затем разыщи меня среди своих, наших людей. В блоке 13. Я знаю путь. Мы еще встретимся. Дар матери. Потом. Кстати, я даже не могу. Урон. Отдых. Что не можешь? Подобрать вот эту хрень, которая там за ней лежит. А походу. Нет, стоп. Я видел только. Терпение. Я ждала тебя полстолетия. Теперь и ты. Хоть немного подожди. Ну мы, короче, ее спасли. Красавчик. Красавчик. Да, у нас есть плюс союзник и плюс талант. Дар матери. Снижение урона в дальнем бою. Блин, я не знаю, качать, не качать, есть смысл вообще? Есть, конечно, в любом случае. Ну хотя, как сказать, тут больше урона ты получаешь все-таки в ближнем бою. То есть урон в ближнем бою 100% качать. Так. В дальнем. Ну, я бы не сказал бы, что прямо сейчас это надо. То есть, это я бы не сказал бы, что первостепенное. Так. Я, короче, прокачаю себе дух до 25 в секунду и нормально. 26 марта 1973 года. Кошмар становится все безумнее. Прошлой ночью я охотилась на семью, скрывавшуюся в лесу за городом. Я чувствовала запах их страха, и мне нравилось это. Я наслаждаюсь этим чувством. Оно заставляло меня бежать быстрее, вонзая когти в их грудь. Я трепетала от восторга. Проснулась от собственного крика. Хотел бы сказать, что это был крик ужаса, но в этом я не уверен. Мой вопль разбудил остальных. Малышка Надин заплакала. Вот это я подумал. Эндрю спросил, что случилось, я соврала, будто Надин просто приснился плохой сон, будто это из-за нее мы проснулись. Я расскажу Эндрю, но не сейчас. Мне нужно время, чтобы осмыслить произошедшее. 4 февраля 1974 года. Я снова видела сон. Добытчиков к северу от шоссе. Часовые задремали, и мы убили их во сне. Я наблюдала за убийством парами глаз одновременно. На этот раз я не кричала, я проснулась в слезах. Не уверена, что горевала по погибшим добытчикам. 1 ноября того же 74 года. Прошлой ночью мне приснился сон, в котором на меня охотились. Они обманули нас. Приманили словно животных, но я первый заметил ловушку. Отправил двоих наших к приманке, пока остальные скрылись в тени. Они думали, что мы попались, но на самом деле сами оказались в нашей западне. С каждой их смертью я ощущала приятное тепло. Я чувствовал его даже после того, как проснулся. В этот раз я не просто наблюдал. Не просто... чувствовала то же, что и они. Я общалась с ними, помогала им. Делала то же, что и они. Это было приятно. 3 мая 75 года. Мы нашли группу людей, скрывавшихся в больнице. Они не были готовы. Их крики услаждали мой слух. Мы убили всех еще до того, как ублюдки сумели схватиться за оружие. Боже, что за черт со мной происходит? 1 января 76 года. Я перечитывала свои записи, и мне стало страшно. Я боюсь себя, своих чувств, своих желаний. Надин учится читать. Надо держать этот дневник под замком. Нельзя, чтобы она или кто-то еще прочли его.
Сколько тут еще читать? Там нормально такое бывает. 15 декабря. 88 года, кстати, уже. Мне приснился новый сон. Он был не похож на предыдущие. Я выползла из земли и поднялась, пока не выросла на 10 этажей. Теперь оружие людей могло разве что пощекотать меня. Я рушила здание, чтобы похоронить укрывшееся внутри. Это не был просто сон. А, это реальность. Нечто такое, с чем мы еще не сталкивались. И мне кажется, это существо знает о нас. Мне оно направляется сюда. 16 декабря 88 года. Я рассказал Эндрю о существе сна. Он уверен, что это выдумки, просто кошмарные видения. Но он не знает, я не рассказываю ему о других моих снах. Он не должен знать, что я чувствую. Он не верит мне, но где-то на севере этот монстр убил десятки, сотни людей. И теперь он направился к нам. Я должна что-то предпринять. 23 декабря, ты меня убил. Держись! Ты сказал бы просто, что устал слушать. Не, на самом деле не устал слушать. Там на 23 декабря я закончил. 23 декабря 1988 года. В городе хлынул поток беженцев, рассказывающий историю об исполине, способном сравнять с землей целое здание. Мы с Эндрю посмотрели друг на друга, в его глазах читался страх. Он начал подробно расспрашивать меня, насколько большим был монстр, где его слабые места, как скоро он доберется сюда. Хотела бы знать ответы на все эти вопросы, но я точно уверен лишь в одном. Нам не победить его. Нам ничего ему не противопоставить. 24 декабря 88-го. Я подумала, что если бы я смогла пробраться в их головы по своей воле. Корень знает о блоке 13, а я знаю о корне. Между нами двусторонняя связь. Что если я смогу ей воспользоваться? Что если я смогу обмануть их? Спрятать блок 13 или убедить их, что тут никого нет. Жаль, что мне так мало известно об этой связи, ведь я использовал ее только во сне. Как же мне сделать это? 25 декабря 88-го. Если беженцы... еще беженцы. Исполин все ближе. По словам выживших, он доберется до нас через 2 недели. Что ж, счастливого Рождества. Скоро мы все умрем. Если только я не придумаю что-нибудь. 27 декабря 88-го. Получилось. Господи, у меня получилось. Сегодня мы сражались с корнем, и в такой-то момент я стал с дьяволом один на один. Он теснил меня, и я чувствовал его ярость, его желание прикончить меня. Я решила... Убери ногу, пожалуйста. И вторую тоже, спасибо. Что могу чувствовать его эмоции, значит, он может чувствовать мои. Поэтому я мысленно попыталась связаться с ним, попыталась передать свои эмоции, свою любовь и к Эндрю, и Надин. Наше желание выжить, и дьявол остановился, я проникла не только в его создание. Я почувствовала весь корень, единое сознание, принадлежащее миллионам существ. Я слышала их, могла заговорить с ними, если бы захотела, но затем объявился один из наших и разнес дьявола башку. Но у меня получилось. Я могу сделать это. Могу спасти блок 13. 28 декабря. Эндрю, скажу прямо, не был в восторге от моей идеи. Он все еще думает, что мы можем дать отпор исполину, но он не был в голове корня, не видел его. Мы не сможем победить его в одиночку. 2 января. Время на исходе. Дозорные видели исполина за городом. Он еще опаснее, чем я думала. Кошмары тоже становятся все страшнее. Теперь существо знает меня, пытается со мной говорить. Оно зовет меня. Эндрю не хочет обсуждать это со мной. Его не интересуют ни сны, ни мали, планы, ничего. Это злит его. Но я знаю, что могу их спасти. Если я ничего не сделаю, нам конец. 5 января. Оно в городе. Оно пришло за нами. Я иду в старую церковь. Там много корней. Нужно уйти до того, как Эндрю проснется. Иначе он меня не отпустит. Эндрю и Надин, если вы когда-нибудь почитаете это... Надеюсь, вы поймете, как сильно я вас люблю, несмотря на все безумие последних лет, как я начала... Видеть корень, ощущать его эмоции. Я всегда оставалась Эвелин Седерфорд, женой, матерью и основательницей блока 13. Я пойду на все ради вашего спасения. Их нужно остановить. Остальное не важно. Даже если мне придется стать одной из них, у меня получится. Я уверена. Я смогу скрыть от них блок 13, направить их другим путем, запутать их. Я не знаю, что со мной станет, но если вы читаете это, значит, у меня получилось. Вы все живы. Все было не напрасно. Я люблю тебя, Надин. Я люблю тебя, Эндрю. И простите меня. Все? Да. Тебе главное даже убить.
Чё? Иди сюда. Говорю, я тебя убью. И пропал. Чтоб тебе потом... Говорю, в отличие от тебя, я тебя убить не могу. Да? Мне, не, тебе потом резать нечем будет. Mm. Я специально не подбирал. О, я это хочу тебе. Это. Я хочу это. Блин, сильная штука. Я просто ради интереса посмотрю. Один патрон на большой урон. Да, я вижу 132 урона. Но у меня с дробовика 195, но сука вблизи. Мне до сих пор нужен хороший первый слот. Пистолет, в смысле, Миша? Да. Я имею в виду пистолет. Второй тогда слот. Первый второй. Ты только что подобрал. Хорошо. Ну, второй жаль, считается не... обычно более слабым. Жаль, я не могу смотреть снайперский прицел. Можешь, по идее. Нет. При прицеливании я просто приближение. Либо тут как-то по-другому надо. Либо, мне кажется, по-другому. На центральную кнопку мыши там нажми, не знаю. Гений. Правда? Да, ты гений. Просто это логично, как бы. Интересно, а на охотничьем тоже можно было так? Не знаю, у меня не было ничего такого. Не, вряд ли. Там нет прицела просто-напросто. Ну, в принципе, все, нас пропустили дальше. Я бы предлагал бы вообще сосейвиться, как бы. А у нас тут есть? Нам либо обратно идти, либо впрямо. Ну, прямо проход есть. Пойдем прямо. Там, я думаю, костерчик будет. Ну ладно. Так, а сколько мы уже сейчас играем? Час, наверное. Да. Не, ну по-моему минут 40, кстати. Ну мы не так много вроде фейлили, да? Можно, в принципе, сохранить и идти. Кстати, там фласка написано, что на 2 часа. Но. Но в описании-то на 2 написано. Ну. Обманывают. Почему? 180 это 180 секунд это написано. Ты что-то лагаешь прям так конкретно. И на это что ли проседает? Ну так вот, еще раз. На фласке. 2 часа, правильно? Ну. А внизу баф показан на 3 часа. Ну, не знаю. Там 180 минут было показано. Ну, может быть. Только ладно, давай, короче, сейвимся. Ну давай. Что, всем давайте, ребятки, удачи. Что дальше узнаете, может быть, в следующей серии или через лет 10, как обычно. Но всем пока.